11-й раз в Междуреченске состоялся турнир по бальным и спортивным танцам «Золотой ключик». 240 пар вышли на паркет. Танцевали Макар и Александра из Прокопьевска полгода назад. Теперь на паркете вновь. Повзрослевшие и уверенные в себе. Мы стали больше заниматься. У нас каждый день тренировки, только один день отдыха. Дети в прошлом году, которые первогодки были, пятилетние, вот сейчас в этом году они участвуют на турнире. «Ключик 2017. Российские соревнования по бальным танцам категории «Б». Спортсмены из Прокопьевска, Новокузнецка, Гурьевска и других городов показывают мастерство сольно и в парах. Организатор турнира – танцевальный клуб «Сударушка». Больше сотни стартовых номеров подготовили междуреченские бальники. Есть несколько критерий, 6 основных. Там музыка, линии, техника. Все смотрится. И костюмы, и улыбка. Венский вальс сменяет аргентинский народный танец танго. Они входят в европейскую программу. Латиноамериканская включает в себя самбо, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв. Инструменты на вальсе там медленнее. И можно все движения хорошо показывать. Я когда вырасту, стану танцовщицей и буду танцевать красиво. Всего междуреченские танцоры в разных классах взяли 14 золотых и 14 серебряных медалей. 10 спортсменов заняли третьи места. Борьба была серьезной, соперничали 240 пар. Вера Фефилова, Игорь Ковалев, Новости Плюс.